хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю, хорошо, все будет хорошо. Ох, чувствую, я, детки, загуляю. Ох, загуляю. Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас я вам покажу аксессуары из нового каталога Oriflame номер 3. И мы будем с вами рассматривать сумочки, покажу одни очки и кое-что еще. Наберите терпение. И я неспроста одела такие яркие аксессуары, потому что хочу вам в первую очередь показать такую элегантную маленькую сумочку мятного цвета, у которой такой интересный подвес в виде цветочка. Его можно снять, кстати. Тут есть специальный карабинчик, который легко снимается. Ну, не буду снимать, потому что мне кажется, это достаточно забавно смотрится. Сумочка небольшая. Обратите внимание, у нее такой детский прям формат. Я сравню ее с каталогом. То есть, если каталог представить, то она как раз по размеру каталога, а поместится ли она вовнутрь, сейчас с вами проверим. Закрывается она на молнию, которая тоже мятного цвета. Внутри у сумочки нет подкладки, а есть подвесной карман, такую ткань как плащевка и карман на молнии. И то, что радует, карман прикреплен не к задней стенке сумочки, а как раз вот к этому накладному клапану. Так, внутри ремешок, сейчас все померим, но сначала хочу померить каталог, как же он сюда будет входить. Так, вот так вот он не входит, то есть не закрывается, но есть маленькая фишка, когда я беру каталог, сворачиваю так вот полутрубочкой, и он как раз у нас укладывается на дно сумочки. Сейчас я всю расправлю. То есть каталог лежит вот так на дне сумочки, можно его чуть-чуть так вытащить вперед, чтобы легко при необходимости, я его просто выдергиваю и отдаю. Но это, конечно, не очень удобно. И попробуем сейчас прикрепить вот эти у нас специальные на карабинчиках ремешок. Он, кстати, достаточно длинный, но не регулируемый, то есть вот он только такой длины и будет. И куда он у нас крепится? Кстати, не могу найти, куда он может прикрепиться. Нет, у меня нет вариантов, даже вообще нет вариантов. А, есть. Не было, но уже есть. Так, у нас карабинчики прячутся, смотрите, где, в ручках. И вот сюда я цепляю один маленький. Так, сейчас я подлезу, прикреплю. Мне не очень удобно, но я справлюсь. Так, раз, сделала. И второй делаю то же самое, аккуратненько. Нахожу карабинчик и зацепляю. На самом деле я не люблю, когда такие элегантные сумки носят на длинном ремешке. Мне кажется, они созданы для того, чтобы их носить на руке или вот так просто в руке. А вот это безобразие, мне кажется, их только как бы портит и дешевит. Очень длинный ремешок, то есть она спускается у меня прям на уровень между бедром и коленом, практически до колена. А если перекинуть через голову, то это вообще выглядит очень некрасиво, на мой взгляд. Я не знаю, может быть, это сейчас модно и такие тренды, напишите в комментариях, но я такие вещи не люблю, и ремешок бы я точно не использовала в этом случае. Но мне кажется, сумочка достаточно интересная, и хотя бы одну такую сумочку в своей коллекции все-таки нужно иметь. У меня есть такая сумка в плотном таком виде, розового цвета. И, ну, достаточно элегантно выглядит, мне нравится. Так, первая сумочка мы посмотрели. Переходим к другой. Мне очень было интересно посмотреть сумку, которая сделана под кожу. Она здесь выглядит как косметичка. Коричневый красивый цвет, немного в рыжину такой, рыжий яркий цвет. Застежка магнитная, просто, понимаете, нет никакой молнии, просто перекидывается маленький клапан. Очень хорошо, кстати, ловится. Иногда бывает, что плохо ловится магнитик и неудобно им пользоваться. В этом же случае все хорошо. А внутри у сумочки отсутствует полностью подкладка или какие-нибудь накладные карманы, но есть косметичка с лимончиками, такой фруктовый сочный принт. Плотная косметичка с подкладкой, то есть ткань такая надежная, добротная, легко, которая моется, стирается. Прикольная косметичка. И внутри ремешок, который я еще не освободила от пленки, и сейчас делаем это вместе с вами. Так, и как это будет все выглядеть, давайте посмотрим. Тоже удобные карабинчики золотистого цвета, мы их крепим по бокам. Так, сейчас, раз,
все это очень быстро снимается, одевается. Мне очень нравится, что сделали такие нам съемные ручки. Так, ручка тоже не регулируется, то есть ремень одного размера. Если носить на плече, то это достаточно удобный формат, просто на плече. Очень классная сумка, жалко, что у нее нету застежки. А если через голову перекинуть, то это будет вот так примерно. Кстати, тоже достаточно удобно, хотя сумка жесткая. Если в ней будет, наверное, большой вес, то, может быть, будет немного некомфортно в этой области. Но это еще не все, что нам предлагает компания. Давайте посмотрим вариант, когда у нас эта же ручка крепится к косметичке. На мой взгляд, это абсолютно неподходящая ручка, полная как бы несоответствие. Слишком легкая ткань и такая массивная ручка под кожу. Смотрите, как это смотрится. Мне не нравится, сразу говорю, как бы. И это выглядит, ну, как-то по-детски. На мой взгляд, это какой-то не тот вариант, который нам нужен. А вот то, что косметичка лежит в сумочке, это очень, кстати, удобно. Смотрите, как мы с вами поступаем. Нагружаем вот такую съемную сумочку, косметичку, всем необходимым нам. Погружаем ее в сумочку. Сумка держит отличную форму. Закрываем. То есть все закрыли. И вот такая у нас классная сумочка. Прикрепили ручку на место, потому что без ручки, наверное, носить ее будет не очень удобно. И сейчас я ее сравню с форматом каталога, хотя, конечно, таки вот все, то есть полной сборки. Что с каталогом у нас? То есть сумка по размеру как раз как каталог, а поместится ли он вовнутрь, сейчас мы это выясним. Например, я косметичку отодвигаю в сторону, каталог вставляю, закрываю. Слушайте, здорово. И тут такой намек: алло, у меня есть кое-что интересненькое, спросите у меня каталог Oriflame. Все отлично. Мне, кстати, понравилась сумочка, суперская. Она мне и в каталоге понравилась, и в жизни она, в общем-то, оправдала ожидания, и это радует. Следующая сумка тоже будет у нас приятном мятном цвете, как раз под бижутерию. Принт питона. Кстати, при изготовлении этих сумок ни один питон не пострадал, это очень радует. Сумка торба. Кстати, очень распространенная сейчас это модная такая сумочка с плотное дно и устойчивая сумка, в которую можно положить практически все что угодно, кстати. Но есть одно но. Смотрите, первая ручка — это цепочка, она может быть как декоративный просто аксессуар, то есть как украшение для сумочки. Далее в сумке лежит еще одна ручка, достаточно широкая, сейчас ее попробуем. И как устроена сумка торба? Ее не делают на молнии, всегда есть такой мешок, который затягивается, то есть здесь ткань такая мягенькая, как велюрчик, и под кожу затягиваются ремешочки. Чтобы залезть в сумку, нужно растянуть обратно. Подкладки никакой в сумке нет, то есть все, дальше уже ни карманов, ни подкладки. Все мы там положили, например, убрали каталог, который легко сюда абсолютно войдет, в любом количестве их можно сюда много штук положить. Застегнули, все убрали вовнутрь. Но для меня, например, это неудобно. У меня есть сумка-торба, тоже от Oriflame, в коричневых тонах, очень красиво. Ношу ее крайне редко, потому что просто мне неловко с ней вот каждый раз залазить в этот мешочек, опять его закрывать, убирать все. Ну, просто не очень комфортно. Но на самом деле сумка красивая. И вот я пристегиваю ремешок, кстати, он достаточно широкий, крепкий, и вешаю ее на плечо. Выглядит, конечно, очень супер, и мне нравится то, что у этой сумки хорошо сходятся верхние части и не мешают руке. То есть рука очень уютно лежит как раз на этой сумочке, и на плече она фиксируется классно, то есть не соскальзывает. Слушайте, сумка обалденная. И, по-моему, сейчас очень модно вот такой принт, и поэтому такую сумочку можно смело заказывать. Кстати, многие, знаете, как делают? Просто вставляют молнию сюда, чтобы она просто комфортно закрывалась. То есть можно убрать совершенно спокойно здесь все, убрать вот эту вот верхнюю часть, вшить замок. Ну, если, конечно, вам такие хлопоты кажутся нормальными, да, не затруднят. И будет роскошная, просто чудесная сумка. Правда, очень нравится. Мне кажется, с этой сумкой будет великолепно смотреться
И платок. Давайте сразу посмотрим вот этот новый шарф, палантин, как его назвать. Слушайте, а здесь целый город. Кстати, если смотреть изнутри, то я вижу фрагменты разных городов. Эйфелева башня там и так далее. А с этой стороны мы видим такой розово-золотистый орнамент. Яркий. Вот такой он высокий, длинный. Такой воздушный, легкий, обалденный шарф, просто нереально. Его, кстати, тоже можно завязывать разными способами. Сейчас вам покажу один способ, который я подглядела. Сейчас вспомню, как его делать. Так, надо будет снять украшения, потому что они уже не очень подходят. Смотрите, одеваю платок. Вот так. Делаю раз, два, перехлестнула. Вот здесь маленький как узелок получился. Расправляю красивой стороной наружу и перекидываю так вот на плечо. Конечно, этикетку надо будет отрезать. С этой стороны то же самое. Нахожу красивую сторону, перекидываю. То есть получаются такие как крылышки. А сзади нужно, чтобы кто-то помог, соединил брошью. То есть здесь вот будет соединяться брошью. Ну, я не достаю, конечно. Но мне кажется, это тоже будет как оригинально. Одна из идей, как вот согреть себе плечи или закрыть плечи. Так, снимаем. Потому что платок сам по себе так хорош, его можно будет и на голову намотать, и на шею, и просто вот так вот перекинуть, и уже как украшение. Мне очень нравится. И сейчас мы посмотрим сумочку. Такого красивого пепельно-розового цвета, даже какой-то сиреневый цвет, затрудняюсь сказать. Она приятная на ощупь, сделана под кожу. И, кстати, у нее получается ремень гладкий, а сама сумка такая шершавая, как замша. Есть подвесные узлы, мне кажется, их можно даже снимать. Может быть, нет. Ну, не стоит их снимать, они красивые. Сумка на молнии, широкая ручка у нее двойная и какая-то с загадкой ручка, мне кажется. Сумка на молнии, то что очень удобно. У нее широкое дно, внутри нет подкладки. Кстати, мне нравится, что сумка без подкладки. И подвесной карман тоже такого красивого сиреневого цвета на молнии. Сумка достаточно вместительная. Где у нас каталог? Я его уже в какой-то сумке оставила. Да, будем сравнивать с каталогом. То есть легко входит каталог, и не один, их тут может быть целая куча. То есть раздавать каталоги мы будем ходить с этой сумкой. И что с ручкой? Давайте посмотрим, какая-то в ней есть загадка в этой ручке. То есть первый вариант, когда вот она как есть, это прям под рукой. Очень удобно, комфортно, все, сидит сумка на месте. Если мы расстегнем эти золотистые клепки, я думаю, что будет увеличиваться длина ремешка. Я даже в этом как-то уверена. Так, давайте сначала чуть-чуть подвинем. Вот, я немножко сдвинула, зафиксировала. Давайте с одной стороны буду фиксировать. Вот, получается немножко удлинение, и уже она, кстати, очень комфортна. Именно вот такая длина, например, для меня комфортна. Но если вы любите, или вы высокого роста, или вы любите, чтобы сумка совсем низко болтыхалась, то нужно сделать вот так. То есть максимальная длина, это будет вот. Вот такая длина, прям очень длинная. Красивая сумка, мне нравится и по качеству, она прям великолепная. Вообще, в принципе, аксессуары Oriflame меня очень радуют. Так, кстати, сюда прям просятся очки. Я хочу снять вот эти яркие украшения, чтобы они не отвлекали, и померить новые очки. Вам же тоже интересно, как они будут смотреться в деле? Так, снимаем. У меня уже это ожерелье прям как родное стало, тепленькое, уютное. И новые очки геометрической формы, которые приходят в таком ярком чехольчике желтого цвета. И внутри есть салфетка, чтобы протереть стекла. И та-дам! Одеваю. Шикарные. Мне очень они нравятся. Я, скорее всего, их закажу. Потому что мне нравится цветопередача, мне нравится необычная форма. И сейчас модно крупные очки, чтобы они были такие, как стрекоза. Мне кажется, я прям настоящая стрекоза в этих очках, скажите. Так, следующий гардеробчик меняем. Снимаем очки, убираем сумку. И у нас еще две сумочки. Одна сумка маленького формата, как клатч. Оставлю шарф, потому что он сюда идеально подходит. Это просто гениальный комплект. Она выглядит как, знаете, как состаренная такая, как старинная сумочка. Золотистый, переливается весь цвет. И пряжка
золотого цвета, и вставка тоже под кожу золота. Внутри у сумочки есть подкладка коричневого цвета и ремешок. То есть ее можно носить как клатч без ремешка, то есть не доставать. Кстати, ремешок съемный, мне кажется. Да, можно снять, потому что я вижу здесь карабинчики. Можно снять и носить просто как клатч, а можно носить на плече. И тоже не один вариант. Такая ручка у нас уже была. То есть это вот так. Тан-тан-тан-тан. Модно. И можно сделать, смотрите, каким образом. Сейчас все покажу. Мы расцепим с вами карабинчик, как он расцепляется. Вот так. Сняла раз, прицепила сюда, а цепочку сюда. Сейчас все сделаем. Мы уже с вами профессионалы в этом плане. Так, то есть так забавно. Вот, смотрите, получается уже сумка на короткой ручке, то есть прям под рукой, а можно носить так и так. Или убрать эту ручку кожаную и оставить только цепочку. Или такой будет вариант на цепочке. То есть любой вариант, который вам нравится, вы себе выбираете. Такой, такой или такой. А мне кажется, можно... Нет, нельзя. Или можно? Может быть, я не знаю. Может быть, можно снять эту цепочку с одним карабином и одевать на шею. Или как браслет. Кстати, ну вариантов очень много. Вот эти неплохая сумка, я в каталоге на нее совсем не обратила внимания. И я почему-то думала, что она будет какая-то как детская. Нет, она очень симпатичная. Кстати, очень удобный формат. Давайте посмотрим по размеру каталога. Что же нам скажет каталог? Нравится ему эта сумочка или нет? Ну, я сразу вижу, что она легко принимает каталог в гости. Смотрите. Все на месте. Открыли каталог, извлекли. Все супер, работаем. И еще одна сумочка с перфорацией. Она двухсторонняя. С одной стороны у нее такой кремовый оттенок, теплый кремовый, кремово-розовый даже, я бы сказала. А внутри сумка серебристая и блестящая. То есть блестящее серебро. И как она завязывается? Просто на две тесемочки под кожу. Мы делаем так: раз, два узелочка или бантик. То есть она никак, в общем-то, не завязывается, и она совершенно прозрачная. То есть будет видно абсолютно все, что вы в нее положили. Например, положили косметичку такого цвета яркого, все, ее видно, то есть абсолютно все, все, все. Или нужно отдельную косметичку, если вы хотите что-то спрятать, то какую-то взять отдельную косметичку, наполнить и сюда положить. Сумочка двухсторонняя. Попробуем, как она будет у нас смотреться, если ее вывернуть. Кстати, косметичка из ткани, тканевая, простая абсолютно, двойная ткань. И ее можно снять, то есть она легко снимается. Так, и сумку можно каким-то образом вывернуть. Давайте посмотрим. Если с этой стороны я вижу все идеальные швы, классные, просто сделаны, то как это будет, если перевернуть? Ага, то есть мы видим шовчики, которые запаяны, то есть розовая кромка аккуратненько запаяна, и практически вообще это выглядит очень даже идеально. Сейчас я справлюсь. Аккуратно ее вывернем. Ой, она такая мягкая, уютная, кстати, на пляж куда-нибудь уехать в дальние жаркие страны. И шикарный пляжный вариантик. Смотрите, как здорово. Можно и так ее носить. Ну да, она будет достаточно вместительная, тонкие ручки, но, как показывает практика, все сумки очень крепкие и выдерживают любой вес, в общем-то. Классная, мне очень понравилась эта сумочка, необыкновенная. Единственное, что в ней, конечно, все открыто, и вот просто ходить по городу достаточно как-то рискованно, мне кажется. А на пляж, на курорте бросить туда какое-то красивое полотенце, мешочек с купальником, бутылочку с водой, то будет очень даже круто. Но и это еще не все. У нас есть в коллекции аксессуаров шапочка.
ванная для душа, я бы так сказала. У нее такой красивый принт, она такая оригинальная. И сейчас будет смертельный номер, я ее померяю, потому что мне интересно, какой размер. Единственное, у меня хвост, и может быть он будет помехой. Но что меряем, интересно же посмотреть, какого она размера. Так, задняя часть на резиночке, впереди она сделана как челма. Кстати, очень красиво сделано. Ну, даже не представляю, как это будет выглядеть, но давайте пробовать. То есть я ее одеваю так сзади и натягиваю. Да в ней прям по улице надо ходить. Кстати, водонепроницаемая. Зачем в душ? В дождь одел и пошел в магазин. Чё-то такая. Сумочку еще на плечо. Рептилию, да? Слушайте, ну вот по размеру она села нормально. Единственное, что у меня челка, я не хочу ее убирать, но для душа, в общем-то, очень даже прилично. Не помню, сколько она стоит, даже стало интересно посмотреть, сколько будет стоить такая шапочка для душа. Вот на этом наш обзор закончится, на этой позитивной ноте. Я прошу вас написать в комментариях, что вам понравилось, на что у вас уже глаз, как говорится, упал, да, что вы хотите. Слушайте, для полного счастья вот чего не хватает. А я иду такая вся. Ну что, давайте прощаться. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч. Пока-пока.